Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Друзья, Конаклы. Мы с Артемом. 11 сегодня, по-моему. Мы сегодня это... гуляем немножко. В фонтане волны. Я, кстати, проходил их или не был, я не заметил. Кстати, в первой части я подходил к этим пацанам, они ели семечки. Они убрали все, они молодцы, они оставили чистый стол. У них стол был полностью засыпан семечками, они все убрали. Вот так и надо поступать. Все, якшамлар. И с Артемом мы ходим, я буду фрагментиками включаться, потому что нам надо пообщаться, он уже уезжает. Он не хочет жить в Турции. Почему ты не хочешь жить в Турции? Он сказал, не хочу, просто... А, хочет, он хочет жить сейчас. В Турции. Лет через 20. О. Следующий фонтанчик. Здесь привет, Казахстан, если смотрите. Мы с вами чай пили по 12 стаканов, я помню. Я помню. И помню, что здесь, да, краник есть с водой. Можно умыться. Фух. Все душновато. Немножко. Как отель называется? На, я все равно не помню название. Анитас. Анитас, да, объявлял водитель. Вот у них питьевые краники с питьевой водой, но никогда я почему-то не пил. Там булочки вкусные, лучше по булочке. Булочки я не ем. Там, ну, не, ну как, они с сыром там или с оливками, они очень вкусные. Либо что-то такое, полупицца там. Ну, сейчас посмотрим. Я вот хожу, я уже, блин, давно здесь не был, я уже немножко даже... Немножко уже потерялся, где моя оба пекарня, блин. Нет, там вряд ли. В ту сторону таки, наверное. Как-нибудь надо приехать погулять по Конаклы побольше. Артем у нас не пешеход, не турист, короче. Он, я турист, он... но не здесь. В Альпах я люблю походить. Ну я понял, я ж везде хожу. Что тут моя репутация? Так, вот это что ли? Нет. Там, помню, оба называлась, имени моего района называлась пекарня. И там были вкусные булочки всякие. Это здесь или дальше? Не, дальше, я, наверное. На самом деле, есть, но хочу. Да я тоже, но тут такие булочки, что я всегда хочу. Абакёй, моя пекарня любимая. Сейчас пойдем смотреть, что нам там напекли. Открыл я ее в 19 году. Блин, у них музыки нету, я надеюсь. Раньше было видно, прямо они как пекут и выносят сразу. Сейчас не знаю, может сейчас немножко уже не так стало. Посмотрим, что здесь есть вкусненького. Куча сладостей тут. Вау. Такое дают вам в отеле? Это типа рисовая каша, не, сладкая. Такого не было. А вот такое? Да, тоже не ел никак? Я же не ем десерт. А, как? Не ем. А как ты? Пиво только, да? Ну. Хотел сказать, как ты таким большим стал, если ты не ешь десерт. Вау, вообще бомба, блин. Супер. Вот это вкусная вещь. В отеле нет такого вот по виду, не помнишь? Триличи называется. Одна из... Ладно, пошли за пирожками. Тут еще надо пройти ряд с тортами. Боже, такой выбор. Даже в Алании не везде есть такой выбор тортов. Просто бомбический. Супер. Так, а вот пошли пирожочки. Ты с оливками ел когда-нибудь? Кем? С оливками. Да, я люблю. А с сыром любишь? Сыром, да. Сам, а? Булочки с сыром. Одно с оливками, одно с сыром? Не, я-то не хочу есть. Ну, давай я сыр. Бери одну сыром. Нет. Одно сыром? Все. У тебя есть эти? Бери, что мне все равно их не подойдет. Кого? Сюда засовывай. Сейчас, главное, чтобы... Ой, как они пахнут здорово. 50. Скажи, там... Хватит. Кстати, не знаю, сейчас цена какая. Сейчас в Алании настолько разные цены, они могут стоить от 6 лир до 14 за штуку. Почему такая разная цена, я даже не знаю. Ой, какие некрасивые все, это красиво. Офигеть. Уже люди, это такие запахи, я стою, просто я вникаю в каждый. Да, кто-то не выдержал, отгрыз пока. Девушек не хватает здесь сейчас. Подождем девушку. Ну, такое все красивое. Здесь такие бунбуки какие-то необычные. Они как с яйцом, да, с чем-то, с яичницей. Я даже не... А, я ел когда-то такую штуку, она очень вкусная. Обязательно попробуйте с оливками вот такие вот пирожочки. И кашар пайнир, это вот самое вкусное. Кашар пайнир, это сыр какой-то необычный. Я забыл, что значит слово кашар.
Есть картошка, вот люди берут. Раба, а кошар пайнир вар? Бертана кошар пайнир. Не знаю, как сказать, другой пакет. Сейчас цену вам скажу, сколько будет за три пирожка. Не знаю, почем они здесь сейчас. А, это же кирбер. Чек, идем платить в кассу. А где касса? Вот это, да? Ну, посмотри, у тебя зрение хорошее, что на чеке написано. 15. Сколько? Серьезно? Ёпарас это. Я еще сейчас пойду возьму домой. Это дешево. Точно 15? Нет, ничего? 15. Убираю, потому что у меня возле дома они на там по 14. Здесь получается по 6, по 7 лет. Кто помнит это место, друзья? Я здесь был много раз. Сейчас мы с Артемом тут устроим маленький привал. Да, столик, столик, столик здесь один. Или там еще есть, не вижу больше столиков. Ладно, пофиг, у нас лавочка есть, зато тут вода есть, все есть. Тут площадочки всякие спортивные, он прям пахнет. Иду, слышу знакомый запах, не могу понять, что пахнет. А тут инжир, и вот он уже спелый, растоптанный. Запах прям инжирчика такой. Ты любишь инжир? Меня сколько в Крыму им кормили, я вообще не понимал. Я его когда в Турции понял, Артем, я килограмм могу взять, съесть, сразу купить. Даже от меня, ты же знаешь, я не люблю всяких насекомых, блин. Помнишь в Очакове? Артем уникальный человек на самом деле, где мы только не были, но наша группа «Аллергия». Артем был видеооператором, он снимал наше первое выступление. Я сейчас покажу вставочку, не смейтесь, там Ромка танцует за клавишами. Так бы вы его и не узнали. Николаев. Пятьдесят сумок. Это наши вещи. Больше всего вещей здесь Рома на хотеле Роланда. Это наша звезда. Самый известный человек. За все меня прости. Я был так глуп, я не ценил. Это снимал Артем, это был 2005 или раньше, наверное, 5-й. Это был Очаков, Николаевская область. И я помню, что мы брали, допустим, что Ромка заказывает кофе вечером, да, там в кафешках на улице. И вот только кофе наливают, он за него расплачивается, стаканчик ставят, и пока Рома расплатился, а в кофе вот такой вот несколько сантиметров сверху, помнишь, там летало все, там, я не знаю, что это не комары, так это, не знаю, что это было. Это кошмар, я думаю, как же там люди живут, блин. И потом я вот это, что я начал, вспомнил, в инжире, Артем, есть муха, она называется инжирная муха. Для того, чтобы плод поспел, в него залетает эта муха, я не знаю, как она туда залетает. Ну, не муха, ну как, не, ну муха реально, да, живое существо. И она там размножается, она там, короче, откладывает потомство, и потом это все перемеливает, ну, с желудочным соком инжира, ну, там все вот это перерабатывается, мы эту муху едим.
когда мы едим спелый инжир, то там внутри есть эта муха. Но ее бесполезно искать, она переработана, ее не видно. Но такой вот процесс созревания инжира. Я кому рассказываю, никто не верит, блин. И даже это меня не остановило. Я все равно ем инжир килограммами. Все, мы с Артемом сейчас будем пирожки есть. Вообще огонь, самое классное, когда вы попадаете, а не только спички. Вкусные? Это не голодный сейчас. А что у нас есть еще? Так, иду сюда, где? Два раза, да? Я не помню. Иду, где я давно не был. Артем мне привез сок хороший немецкий. Сейчас буду пробовать. Так, ноги я помыл. Краник хороший, идешь, а тебе ноги моют сразу, пока пройдешь. Это этот, грейпфрутовый сок, да? Или гранатовый? Нет, не гранатовый. Гранатовый в Турции. Здесь я вечерами. Коноклы, вот что мне нравится в Коноклы, я люблю ходить вечерами, потому что вот тут вот все светится. Вот в Алании даже так все не светится, а Коноклы я обожаю. Вот тут все улицы ночью, они начинают светиться, и тут очень красиво. А, что-то увидел? Ходим к дочке Артема, ищем что-нибудь прикольное. Во, тут уже повеселее. С Артемом выбираем. Да, 19-й год тут было вообще как в раю. Тебя можно показывать, да? Да, конечно. На Клым мы зашли. Парень тоже, ты в Херсоне жил, да? Земляка встретил. Я там это, торгуемся. Я ему тут язык ломаю. Нека до ракетаны, блин. А он в Херсоне жил. Елки-палки выбираем. Артема дочка совят любит. Ему такие вот две совы выбрали. Артем еще третью ходит, выбираем. Да, тут хороший выбор. А, да, да, да. Вот видишь, не зря сюда зашел. Вон черепашки разные, классные. Ну, такие цены есть на магниты в среднем, да? Или дороже? Как? 25-30, да? Или дороже есть тоже? Братка, у них стандартная цена 1 доллар. Ага, евро. Все считается 1 доллар, 1 евро примерно за магнитик. И за вот эти висюльки тоже, да? Вот эти будут по одному, те железные по два уже получаются. Ага. Вообще крутизна какая. Вот тоже лечу. Савёна? Ну да. Угу. И Алания написано. Все, давай, бери что-нибудь, да пошли, у нас же времени. Ладно, все, да что тут? Двух хватит? Хватит одну себе повесить. Не, зачем себе? А ну, блин, одну повесьте на холодильник, одну еще куда-то. Этот совенок блестящий, она может будет куда-то. 50 лишь. 50. Кто-то, по-моему, крутой. О, это вообще крутой, нифига себе. А, ну это брелок, это не магнит. Ну да. Ну, что, брелок тоже. Офигенный хорошо. Выбор, кстати. Да, мы ходили, полканаклы облазили, нет такого выбора брелков нигде, как здесь. Не, ладно, тогда беру вот этот и один магнит. Тот, который железный? А, ну смотри сам. Ну я не знаю, тебе ж виднее. И вот такие, друзья, вспомнил, я с Египта всегда привозил. Вот такие вот такого стиля, я даже не знал, что в Алании такие есть. Такие стиленькие. Котик с коноклов, на. Потрепанный ты такой жизнью. Ну, возле мечети тут верблюдик есть живой. Артем пошел мечеть изучать. Давно здесь не было. Да, в Коноклы надо как-то приехать, чтобы я мог погулять здесь до того момента, когда все будет светиться уже. Я сейчас гуляю по улицам, мне не хватает светящегося. И только видели с камеры сразу за верблюда, хотят деньги. За верблюда. Котик кушает. Магазинов много. Туристов я бы не сказал, что прям штурмуют магазины. Ну, в принципе, то, что мало, тоже не скажешь. Люди ходят, но это здесь ходят, ближе к центру. А там одно проходение, там пусто. То есть, в принципе, туристов немного. Первый раз в жизни я зашел в торговый центр. Вот этот вот Коноклы я не был. Я был в этом, в Нева Аутлет был, а здесь я ни разу не был. Зашли в поисках Мигроса. Написано на первом этаже. Теперь пытаемся понять, где первый этаж, блин. Вайкики, Коллинз, Катон. Ну, тут все есть. Оптики есть. Мави. Подожди, а где наверх? Эскалатор наверх. Нам надо эскалировать на следующий этаж, я так понял. Намечается эскалация конфликта. А он есть вообще первый? Что-то я не понял. Слышишь, снизу едут, а наверх ехать некуда. Вопрос, где тогда Мигрос, блин?
Очень странно. Migros Jet была написана, где-то здесь есть. А как вообще вниз попасть? Что как-то тут все загадочно. Ну, как мистер Бин, я не буду сбегать по эскалатору вниз, который едет наверх. То меня не поймут. Вон Migros, да. Или то Макдональдс. Так подожди, все равно как вниз спуститься? Ну, там лифт идет. Где? Какой лифт? Лифт. Где? Где-то я видел указатель. Да? Ничего себе, как круто. Сейчас идем дальше, ищем. С одной стороны сделаны эскалаторы вниз, а с другой стороны вверх. И это, конечно, не каждому дано понять, и люди будут так кругами ходить, как мы. Ну да ладно. Идем дальше в поисках Migros'а. Де-факто даже есть. Ну, круто, тут под одной крышей собрали все здания всех холонийских магазинов. В принципе, довольно удобно, конечно. И флоу, и все на свете. Все здесь есть. И туалет есть. И комната матери с ребенком, да. И лифт даже есть, с ума сойти. Давай на лифте покатаемся, куда он едет. Данс, White Walk, у нас такого нет, шелк и хлопок, Каратай, Интекстиль, вижу пока все, кроме, ну вот там Migros в уголочке будет. Вылезли мы на мост и идем, может быть, даже на море сейчас сходим, уже 8, начинает темнеть, отели Summer Garden, Sapphire, красавчик сейчас зажжется, когда... Blue Marine. Ох, нифига себе, она высокая какая-то, карусель. Офигеть, ты полез бы на ту карусель? Я нет, я уже старенький, я боюсь высоты. С ума сойти, какая она высокая. Это ты чё? Не, я в детстве, когда смелый был на такую высоту, наверное, побоялся бы. Люди активно лифтами пользоваться стали. Никогда такого не видел. Вообще-то как бы инвалиды лифтами сюда ездят. О, корабль пустыни нас встречает. Артем, смотри, он в тебя целится, я вижу. А, блин, иди вперед. Слушай, я сейчас гляну ему... Обрати внимание на челюсти. Так, я за Артемом прячусь, правда. Был прочитать название отеля, но его знать. Клуб Тес Ху. О, там, боже, такие шрифты пишут. Мы идем к морю. Сейчас, надеюсь, выйдем туда, пока не потемнеет. Здесь я бродил зимой. Часто вас водил. Апельсинки вот здесь снимал. Люди повсюду. Клуб Тес Ху. Зимой обожаю ходить, здесь идешь, так как будто брошенная планета такая, никого не где Пальмира с бичхотом. Это я уже забыл, как он называется, сейчас выйдем. Блин, я вспомнил тут возле этого пирса зимой, когда была такая голодная кошка, и сыпал, она ела. Напишите, кто помнит, кто смотрел это видео. Это было или год, или два года назад. Песик лежит. Так, есть ли еще люди на море? Интересно, мы на пирс можем где-нибудь зайти? Это будет прикольно, если нас не выгонят, а мы сможем где-нибудь на пирсик зайти, походить. О, морем пахнет. Казахстан, если смотрите меня, помните, как мы тут фигвамы строили из этих, вынесло с моря кучу этого бамбука. Это мы были то ли зимой, то ли весной здесь. Хорошо помню. Сейчас это был, наверное... То ли 19-й, то ли он, люди купаются, парень с девушкой. Или 19-й, или 20-й год был. Ну вот Пальмерас пирс, там он следующий пирс. Море тут с волнами, вон люди идут купаться. Артем пойдет купаться? Не пойдет? Пёсик, привет. Не могу прочитать название. Infinity, что ли? Да. Да, бич фото. Да, вот это чаще всего, когда я в Конаклой выхожу на море, но это было либо в районе клуб Кастали отеля, либо вот здесь вот чаще всего я выхожу на море. Блин, у меня не те тапочки, я бы зашел бы с удовольствием в воду, но у меня не те тапочки, сейчас не буду мочить.
Там много людей на пирсе. И воздух классный, морской такой ароматик здесь сейчас. Какой-то такой отель, какой-то интересный. Я вот сюда смотрел на него. Какой-то он такой для небольшого количества людей, видимо. Что, пошли на лежачки, если нас не выгонят, то сидим просто. Где, на песке что? Вон, сядем на лежачки и будем на море. Где лавочки? Ступеньки неинтересны. Лавочки я не вижу. Начинает темнеть уже. Сидим возле моря мы с Ратуром. Мечеть, если вам видно издалека. Давно уже. Я так приеду, как-нибудь погуляю по Конаклы вечером. Искучился за Конаклы. Все, я в Алании. Конец пляжа Клеопатры. Я не знаю, как этот клуб называется. Прикольный бассейн, люди купаются. Дискач там у них. Тёмыч, спасибо тебе большое. Вспомнил, напомнил. Да, найди видео с Будапешта. В конце опять ссылочку поставлю. Посмотри, как мы с тобой гоняли по Будапешту. Мало у нас видосов на моем что-то канале. Мало у нас видосов с тобой почему-то. Стой, Будапешт посмотрел и вспомнил, как это было давно. И сколько мы с тобой объездили, сколько мы с тобой повидали всего, блин. Сколько у нас всего было за 22 года нашего знакомства. Или 23 года, или 22 года. Давай, Тёма, жду тебя. Надеюсь, на территории замечательной Турции мы с тобой еще встретимся. Ну, может быть, и доберусь еще до тебя когда-нибудь, до Германии. Аладдинки Кубат слева, Лунапарк слева. Снимать, наверное, уже не буду сегодня. Хочу просто погулять, походить. Хотя, может быть, где-то на Клеопатре еще и включусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вы красивый. Наверное, вам надо дать покушать. А, у вас там еда есть. Все, тогда извините. Спокойной ночи.